Привет, коллекционер. Вот такой у меня есть антиквариат, такая картина. Тут вот получается, была это такая типа как калька. Ну, картину немного повело, поэтому цена ее дешевле намного, 400 рублей. Вот. Это дешево, потому что такой картины в продаже больше нигде нету. Найди еще ее такую. Ну, по-моему, вообще эксклюзив. Это, короче, сделано дом, сам рисунок сделан этим, как его, не соломом, а типа древесина, типа что-то такое тонкое, как это, ну типа как слои там этого, знаете, как вот он. Ну, короче, как ДСП, ну не знаю, что-то такое деревянное, везде деревянное оно, короче, если под лупу посмотреть. Вот, классно сделано, оригинально. Поэтому цена такая 400 рублей. Было бы, оно было все в идеальном состоянии, и цена была бы, наверное, 1002 гривен минимум, если не больше. Потому что это раритет. Ну, продаю так, как, в принципе, не нужно. Ну, выровнять я, в принципе, могу. Вот. Ну, не под утюгом, конечно. Так что, хочешь купить, обращайся ко мне. 099-199-58-88. Максим. Вот. Отправлю любым перевозчикам в Харькове и передам на руки. Вот, видите, уже она там отслоилась уже. Все, всем пока-пока.